Пропеллер. Идет! Ура! Поздравляем с победой в городской конфете. Да не в конфете, а в эстафете. Сейчас ее по телевизору показывать будут. Меня как победителя точно покажут. Включайте. Мой брат телезвезда. Ну вообще. Смотри, что я выиграл. Только из моих рук. А то я тебя знаю, мистер Ломайка. Дружок, ты уже в телевизоре. Пошли скорее. Ладно, держи. Но если с моим самолетом что-нибудь случится, купишь мне два таких же, понял? Да хоть танцую. Вот-вот, и станцуешь, и споешь. Мистер Ломайка, кто бы говорил, как будто я с техникой не умею обращаться. Стой! Стой! Вот дружок Барбоскин передает эстафетную палочку Тимофею Лайкину. Ну ты метеор! И как с тебя кеды не слетели? Жалко, что Генка не видит. Малыш, позови его. Пусть лучше передачу смотрит, чем мой самолетик ломает. Гена! Гена! Ух ты, пух ты! Какая штучка здоровская! Моя! Гена, иди дружка на соревнованиях смотреть. Тимофей сохраняет лидерство своей команды. Дай сюда. Не отдам, это моя штучка. Малыш, это не просто штучка, а пропеллер от самолета. Мне он очень нужен. Моя. Смотрите, смотрите. Сейчас самый клевый момент будет. Не мешайте. Зала почета поднимается команда «Молния». Ну что за дела? Что за шутки? Эй, вы чего? Моя. Где пуля? Ну вообще, где же он? Ты его видишь? Нашел. Ой. Включай скорее. Ну вот, уже кончилось. Ничего, вечером повторять будут. Генка, тащи сюда мой самолет. Пойдем во двор, посмотрим, на что он способен. Чего? Язык проглотил, что ли? Нет, он проглотил пропеллер от самолета. От самолета? Ты что, его сломал? Она, открывай! Я так и знал, что ты все сломаешь. Фу, сейчас, сейчас. Открывай немедленно. Сгони мой самолет. Вот. Сейчас, сейчас. Потерпи. Нечего так кричать. Все в порядке с твоим. Господи, в кино! Просим, просим! Просим, просим! Просим, просим! Ты, я, мы с тобой друзья. Ну, подрались, немножко покусались. Но тут же мы обнялись, потому что мы друзья. Ты, я, мы с тобой друзья. Гена, спасибо! Спасибо за концерт! Слушай, Ген, айда запускать самолеты! Во всем виноват Зайка. Ну где эта кофточка? Ну где же она? Ну, забирай. Разве ты не знаешь, что чужие вещи без спроса брать нельзя? Я эту кофточку обыскала.
замерзлась уже. Это не я, это Зайка. Он замерз и надел твою кофточку. Кто замерз? Зайка? Кто разрисовал мои новые сапоги? Малыш, только у тебя есть такие класки. Это же не я, это все Зайка. Я тебе говорил, что Лизе не понравятся твои картинки. Нельзя баловаться, нельзя. Он больше не будет, правда не будет. Ты издеваешься? Ладно тебе, смоем краску и будут твои сапоги как новенькие. Ну смотри, малыш, если твой Зайка еще раз что-нибудь возьмет без спроса. Кто это сделал? Моя помада! Моя тетрадь по химии! Моя кукла! Твоих рук дело? Это все Зайка! Я тебе говорил, что не нужны дружку пятерки. Он же двоечник. Я даже не знаю, что делать с этим Зайкой. Совсем от рук отбился. Я его ругал, ругал. Даже без сладкого оставил. Все бесполезно. Вот теперь стой в углу, пока не исправишься. А убирать здесь кто будет? Зайка. Он все разбросал, он и пусть убирает. Ну вообще. Вот это дела. Предлагаю отобрать у него зайца и выкинуть, а малыша в угол. Это не педагогично. Мы можем нанести вред ребенку. Зайку нужно спрятать. Тогда малыш перестанет проказничать. Точно! Это по-нашему, по-педагогичному. Зайка, ты куда? Подожди, не убегай. Пусть убегает. Нам безобразники в доме не нужны. Зайка, Зайка, где мой Зайка? Убежал. Побежал искать, где бы еще напроказничать. Он же хотел еще картинку на стенке нарисовать. Наверное, он на меня обиделся за то, что я его в угол поставил. Я же говорил, что нельзя наказывать маленьких. Кто съел все конфеты? Я не брал. Не знаю. Это не я. Может, малыш? Малыш! Зачем ты съел все конфеты? Это не я. Это Зайка. Вот все, что осталось. Я кое-как успел у него отобрать. Мы же Зайку Ой, Зайка же от тебя убежал. Да, он теперь живет в другом доме, а ко мне в гости приходит. Безобразник какой. Пришел и все конфеты слопал. И опять убежал. Ну и дела. Вообще. А я говорила, нужно было сразу в угол ставить. Был бы как шелковый. Кажется, я знаю, что делать. Зайка опять намусорил. Зайка? Привет, малыш. Видишь, я даже заговорил. От обиды. Я думал, мы с тобой друзья. А ты? Как тебе не стыдно сваливать свою вину на других? Зайка, Зайка, извини меня, пожалуйста. Я больше так никогда не буду делать. Честное, пречестное. Я исправлюсь. Получилось! Это сделал я! Шкатулка с секретом. Преступник пытался убежать, но полицейский прыгнул на него с крыши дома и надел наручники. Так, мотив преступления — фрикаделька. Младенец – телепат. Так. Вот, Блад – усыпитель. В одной Блад подарил сестре шкатулку с усыпляющим газом. Это же надо! Открыв шкатулку, сестра сразу же уснула, а Блад... Пока она спала, похитил все ее конфеты. Бедняжка осталась без средств к существованию. Какая наглость! Ограбить собственную сестру! Лизка,
Хватит уже всякую ерунду читать. У меня завтра контрольная. Ерунду? Вот когда тебя кто-нибудь ограбит, посмотрим, как ты запоешь. Генка, смотри. О! Что это ты тут делаешь? Не могу сейчас сказать. Это сюрприз. А? Лиза, я же сказал, сюрприз. Нечего вынюхивать. Перед сном все увидишь. Перед сном? Ты хочешь сказать? Увижу, а потом усну, да? Ну, потом, конечно, уснешь. Извини, мне надо его доделать. Нет, погоди, давай-ка разбьемся. Воза, у Генки такая же коробочка, как в газете. Он хочет нас усыпить и ограбить. Лизка, тебя я и сама бы с удовольствием усыпила. Ох. Но меня-то, Гений, зачем усыплять? Да хотя бы для того, чтобы незаконно завладеть твоими платьями и туфлями. Ага, Генка в моем платье. Замечательная картина. Как ты не понимаешь? Все признаки преступления налицо. Первое. Когда я вошла, он спрятал коробку под стол. Второе. Отказался ее показывать. Третье. Проговорился, что как только я открою коробку, то сразу же усну. Воза, мы должны его обезвредить. Так, мне это надоело. Сейчас я пойду к Гене и все выясню. И если это не преступление, ты ко мне сегодня на пушечный выстрел не подойдешь. Главное, не дай ему понять, что все знаешь. А я буду в засаде. Первое, когда я шла, он спрятал коробку под стол. Что делаешь? Да так, сюрприз. Какой сюрприз? Покажи. Когда будет готово, я всем покажу. А сейчас еще рано. Второе, он отказался показывать свою коробочку. А это правда, что после того, как ты нам его покажешь, мы сразу уснем? Я не знаю, что с вами будет после того, как вы его увидите. Может быть, уснете, а может, улетите в космос, превратитесь в тараканов, в инфузорию туфельку, в динозавра, а может быть, и в птеродактиля. Все может быть. Уснем, улетим в космос, превратимся в тараканов. Ну что, преступник, попался? Мерзкий усыпитель! Девочки, вы чего? Сейчас узнаешь чего! Воска, окружай! Что за глупые игры? Нет, вы ее сломаете! Не дыши, сейчас газ пойдет! Ну вот, испортили сюрприз. А где усыпляющий газ? Чего, не будет газа? Ты это сделал для нас? Да? Наш любимый братик сделал нам такой красивый сюрприз, а мы его сломаем! Чтобы я еще раз стала читать эти газетенки, ни за что! Всю голову мне заморочили. Крошка-людоед до сих пор не пойман. Ага, так я вам и поверила. Он незаметно подкрадывается к своим жертвам. Мало кому удается спастись от малолетнего обжоры. Будьте начеку. Розыгрыш. Степуха приехал! Здорово, сосед! Теперь весь двор будет на ушах стоять! Тимоха вернулся! А помнишь, как мы розыгрыши устраивали? Как наши Розки резиновых мух в постель запустили? А помнишь, как ей муку в фен насыпали? Да, были времена. Она у нас по струнке ходила. А теперь совсем от рук отбилась. Но с тобой мы ее проучим. А то. У меня есть идея, закачаешься. Пошли ко мне, расскажу. Ух ты, пух ты, Тимоха. Малыш, какой ты большой стал. А Роза, смотрю, совсем не изменилась. Я не Роза, я Лиза. Привет.
Чего застыл-то? Пошли в мою комнату! Роска завтра собирается на дискотеку. Ну, я потихоньку исчезаю, и Роска будет сидеть с малышом. Одного же она его не оставит. Ха, дискотека накрывается. Но тут появляешься ты. Давай посижу с мелким. И Роза вся такая радостная отправляется на дискотеку. Ля-ля-ля-ля. Не спать. А? Что? Да-да, я тут. Так вот, ты по рации сообщаешь мне. Птичка вылетела из гнезда. И когда она выходит из подъезда, я дергаю за веревочку и... Может, ну его? Что мы как дети малые? Ты мне хочешь все испортить, что ли? Если струсил, так и скажи. Сам ты струсил. Просто водой окатить. Несерьезно как-то. Точно! Надо краску развести. Тимоха, ты гений! Хомяк, хомяк, я суслик. Как обстановка? Прием! Как меня слышно? Прием! Не буду я участвовать ни в каких розыгрышах. Ой, Тимоха, а я твой голос услышала. Будь добр, посиди с малышом, а? А то я на дискотеку опаздываю. Конечно! То есть... Это... Тимоха, какой ты хороший! Ух ты, бухты, Тимоха! Роза, может тебе не ходить сегодня никуда? А что, плохо выгляжу? Как раз наоборот. А ты зонт возьми. Вдруг дождик или еще чего похуже. На небе не облачко, а зонт к моему платью не подходит. Что у тебя за штука? Ну, ну! Что там у вас? Ладно, мальчики, развлекайтесь. Я побежала. Ага, слышу, птичка вылетела из гнезда. Ля-ля-ля-ля. Нет, нет! Роза, стой! Гвоздь мне в кеды заела! Нет! Ты что? С ума сошел? Я это... Что за шутки такие? Ну вообще! Ха, отличный бросок! А я уж думал, все, конец розыгрышу! Ведро-то заело! Как заело? Смотри-ка, сработало! Побочный эффект. Ну что, в школу идем? О, мяч! Быстрый, техничный и опасный. На поле псы, футболка красных. Упс. Поосторожней, не упс, а псу. Что означает плод сочный, улучшенный. Выведен мной в научных целях в единственном экземпляре. А он хоть съедобный? Ни с чем не сравнимый, изысканный вкус. Правда, его еще никто не пробовал. Время созревания не наступило. Пошли, в школу опоздаем. Слушай, совсем забыл. Тетрадь по химии на столе осталась. Вот голова дырявая. Ну, ты же меня знаешь. Все в последнюю минуту. В общем, иди без меня, я догоню. Только одну псушечку. Гвоздь мне в кеды. Изысканная. Ни с чем не сравнимые. Да это ж объедение просто. А я тебе говорил, что лучше подготовиться к контрольной, чем пытаться сорвать урок. И дрожжи надо было кидать не в раковину, а...
варварство! Погубить экспериментальный образец! Да, ни стыда, ни совести. И ведь, Гена, никто не признается. Даже не покраснеет. Боюсь, мы так и не узнаем, кто же слопал твой научный труд. А вот и покраснеет. У этого растения есть один неприятный побочный эффект. Какой? Недозрелый псу окрашивает того, кто его съел, в красный цвет. Вот вечером и поглядим, кому-то сильно не поздоровится. Клянусь Мичуриным! Ну надо же! Ну как же так? Кажется, я уже краснею. Надо что-то придумать. Футболисты классные, на поле только красные. Футболисты классные, на поле только красные. Красные! На поле только красные! Точно! Надо сделать так, чтобы красными стали все, а не только я. Пойди тогда разбери, кто эти несчастные ягоды съел. Ромашка, ромашка, белый лист. Шампунь и краска для волос в одном флаконе. Ну надо же! Шампунь с краской для волос перепутала. Пропало завтрашнее свидание. Малыш! Опять весь извозюкался. Давай я тебя вытру. Совсем другое дело. Лиска, прикинь, хотела я с тобой сегодня в кино сходить, на фильм ужасов. Но таких мелких, как ты, не пускают. Так что пролетаешь, извини. Но ничего, на выходных сходишь с малышом на мультики. Для малявок самое то. Тоже мне, сам ты мелкий. Нет, Ген, ты только посмотри на них, а? Ну как специально, честное слово. Теперь мы точно не узнаем, кто же поживился твоими ягодками. О чем это он? Малявка. А ты, дружок, значит, не ел? Ведь ты вовсе не красный. Нет. Эх, дружок, дружок, никакого побочного эффекта нет. Да и про ягоды, кроме тебя, никто не знал. Я сказал, что от них краснеют специально. Думал, в тебе заговорит совесть. Но тебя ничем не проймешь. Генка, извини, эти твои псушки и правда очень вкусные. Ну не удержался я. Ген, кажется, твои ягодки подействовали. Ой, 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 ой. Похоже, побочный эффект все же есть. Дедушка хочет на море. Класс! Новый мяч! Что может быть лучше? А где ты взял деньги на мяч? Спасибо дедушке! Выручил любимого внука! Какое совпадение! Меня тоже дедуля выручил. Все девчонки обзавидуются. Вам деньги дедушка дал? Как вы могли их взять? Он же пенсионер, у него их мало. Опа! А у тебя, Лизонька, откуда новый тромбончик? На улице нашла. Да, мне тоже деньги дедушка дал, но я же на дело попросила, а не на ерунду всякую. Так что же получается? Мы все попросили деньги у дедушки, а что же ему осталось? Ну сам посуди, зачем дедушке деньги? Он же не делает маникюр. И на музыкальных инструментах не играет. Ха, и в футбол. Ага. Выходит, и деньги ему не нужны, значит, все в порядке. Оп, раз, два, три. Право руля. Дедушка, а зачем ты все вытаскиваешь? Ты разве не поедешь на море? В другой раз, матрос, в другой раз. Придется подождать до следующей пенсии. Ну, ты же обещал отправить Шустрика в настоящее море. Не вешать нос, матрос. Смотри, сколько тут морей, и все настоящие. Отдать швартовые. Лево руля, полундра, по правому борту акула. Шустрый акул, не боится, полный вперед. Штормовое предупреждение, надвигается буря. А нам все нипочем. Да, матрос, нам все нипочем.
теперь дедушка не сможет поехать на море. Вот. Полундра. А мы уже всю его пенсию потратили. Как же нам теперь купить дедуле билеты на море? Есть идея. Нам ведь папа за каждое дежурство на кухне дает леденец на палочке, чтобы подсластить иголку. Спасибо, что напомнила про мое сегодняшнее дежурство на кухне. Прям сразу настроение поднялось. Сначала дослушай. Если мы много-много раз отдежурим, то получим... Много-много мозолей. Да нет же, много-много леденцов. И мы обменяем все эти леденцы на билет для дедушки. Точно, возьмем количеством. Лиска, голова! Полный вперед! Конечно, молодцы. И такая тяга к чистоте и труду заслуживает уважения. Но зачем вам столько леденцов? Дедушка! 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 Дедушка, это тебе. Мне? Да, тебе. Билет на корабль. Да, для путешествия. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, внучки. Нобелевская премия. Конфеты еще остались? Кончились. Скукотища. Известный химик-далматинец Таксович Пекинесов на пороге открытия тысячелетия. Он собирается изобрести состав, который откроет новые горизонты научного прогресса. Открытие, достойное Нобелевской премии. Что еще за премия такая Нобелевская? Это когда тебе много-много денег дают. И зачем химикам столько денег? Тук-тук-тук. Генка, твою ерунду научную прислали. Крайне признателен. А теперь извини, я сейчас занят. Хочу закончить один опыт. Это кардинально изменит всю нашу жизнь. И откроет новые горизонты научного прогресса? Очень может быть. Я тебе точно говорю, наш Генка на пороге великого открытия. Прям как тот химик из журнала. И жидкость у него в пробирках такая же синяя, и костюм такой же. А вдруг ему тоже Нобелевскую премию дадут? Я бы у него тогда новый синтезатор попросила. А я бы замок с бассейном. А я тогда целых два замка. На столько замков Нобелевской премии явно не хватит. Тогда Геночка купит замок мне. А я тебя, так уж и быть, пущу к себе погостить. А почему это тебе? А потому, что когда Геночка попросил у тебя серебряное колечко для опытов, ты его послала во двор клад поискать. И даже палку ему дала землю постукивать. Думаешь, он это забыл? А когда он твое любимое платье перевел в газообразное состояние, а обратно не смог, ты что ему сказала? Что сказала, то сказала. Зато сейчас я пойду и отдам ему целых два платья. Геночка,
Геночка, я тебе платье принесла. Мои самые лучшие. Геночка, братик, не бери платье. Возьми серебро. Генушка, смотри, какие платья. Знаешь, сколько из них газа можно наделать? Помнишь, ты говорил, что тебе надо серебро солить? На, засоли его как следует. Не солить, а окислять. Не слушай ее. Ты же видишь, что она ничего не понимает. Где твоя половинка? Давай быстрее засунем туда эти платья. А ну, отойди. Не отойду. Да успокойтесь же, инфузории в туфельках. Что здесь происходит? Геночка, помнишь, ты как-то говорил, что тебе для опытов серебро нужно? Вот, бери. А у меня платье с блестками. Помнишь, как ты их расстваял? Очень весело тогда было. Серебро и вправду пригодится. В качестве катализатора. Бе! А шелковое волокно можно использовать для синтеза белка. Бе! Геночка, только ты запомни на будущее. Я тебе 3 колечка дала. А вот Лиска всего 2 платья. Блатик, 2 сногсшибательных бальных платья с большими блестками. Ну, если получилось. То есть тебя ждет великое будущее. По крайней мере, оно будет лучше настоящего. Итак. Получилось! Собственно, что и следовало ожидать. И тебе теперь дадут Нобелевскую премию. При чем здесь Нобелевская премия? Ни разу не слышал, чтобы ее давали за средства от мух и тараканов. Зато это кардинально изменит нашу жизнь. У нас теперь мух не будет. А если бы у тебя на самом деле был свой замок, ты бы и правда меня в гости позвала? Конечно. На благо науки. Совсем с ума посходили. Чуть не погубили ценный... А? Перуанский цериус. Прекрати! Все маме будет рассказано! Ну ты совсем без чувства юмора! Плоское у тебя это чувство! Вон! Вот инфузория! Индийские ученые предполагают, что редкие виды звукового шума влияют на удивительно быстрый рост растений. Но точных доказательств пока не было. А этот перуанский цериус расцвел всего за пару секунд из-за визга Лизы! Ну, хоть какой-то толк от Лиски. А я тут при чем? Мне нужно задокументировать этот факт. Девочка визжит, цериус расцветает. Я все снимаю на камеру. Ты же можешь испугать Лизу еще раз? Могу ли? Ха! Да я ради этого только и живу! Ба! Что за глупые шутки? Ребенка испугать не смог. Накрылось мое открытие. Погоди, еще не вечер. Сейчас будет тебе девчачий виск. Значит, думаешь, такая бесстрашная? Сколько можно? Посмотри на нашего юмориста. Надоел уже со своими глупостями. Да уж, да уж. Ай-яй-яй. То ли дело наш Гена. Не бегает, как ошалелый. Никого не пугает. Много работает. И когда-нибудь станет великим ученым. А все великие ученые воспитанные и честные. И никогда не обижают родных сестер. Так что бери пример.
Хватит чудить по мелочам! Работаем по-крупному! А вот здесь она спотыкается и... Бум! А здесь моя гордость! Она заходит сюда и... Бамс! Леденящий ледяной лед! Весь город услышит ее визг! Ну, как тебе? А? А, красиво! Только я вот подумал, а это не перебор? Может, не стоит? Ты просил визг? Будет тебе визг! Приманку давай! Ведь Лиза еще маленькая, а это даже для меня страшно! Даже не думай все отменить! О, конфетка. Ой, еще одна. Скоро будет тебе визг. Лиза, это тебе. А чего у тебя там? Научное открытие. Мешать сейчас нельзя. Предатель! Весь мой труд на смарку! Я тут подумал, Нобелевская премия подождет. Главное, никто не пострадал. Моя гордость пострадала! И все из-за тебя! Такая научная работа пропала. Но ничего, уникальных шумов еще много. Будем искать. А малиновое варенье просто творит чудеса. Оглянуться не успеешь, как будешь здоровеньким. Ура! Привет! Я малыш Барбоскин. Я еще не хожу в школу, я же маленький, и мне почти все можно. Я люблю маму и папу, дудеть в трубу и конфеты, а еще братьев и сестер. Смотрите мультфильмы про нашу семью на канале YouTube.